Всем привет! Сегодня у меня рыбалка на жерлице, ну и между делом планирую половить немного окуня. Остановил. Так, ну пока совсем, конечно, печально. На улице плюс 4, поэтому можно, думаю, смело бросать на лед. Потом отпущу сейчас, чтобы не пугать. Не буду их выкидывать. Сразу на опускание было касание. Есть. Ну, окунь совсем... Ой, сошел. Опять остановка. Реагирует на светофорчик. Я думаю, сам балансир такому крошечному окуню не особо интересен. Ой, тут хороший уже. Хороший ударчик был. Ну да. И только я сказал, что балансирчик неинтересный, и он ударил в нос. Такой уже. Но забирать, наверное, буду только если уже хотя бы от ладошки. Это, конечно же, смешной размер. Кажется, закончились. Так, ну с этой лунки получается 3 окунька. Воды на льду просто катастрофически много, но при этом, получается, рыба здесь себя прекрасно чувствует, плавает. Так, ну идите обратно. Лунка номер 2. Вообще здесь как-то окунек иногда поклевывает. Да, 11-я лунка приносит 4-го окуня. Это что за клев-то такой? Это что-то с чем-то. В этом году, получается, первый раз на окуне. И как будто бы ожидал я более азартную какой-то рыбалки. Но всего 4-й окунек за все утро. И окунь, конечно, размером не радует. Есть. Есть, но уже что-то не то. Чуть-чуть покрупнее. Я размениваться не стал. Поставил свой самый любимый балансирчик. Но даже на него не сказать, чтобы... Ну, сейчас, может, расклюется, может, найду его. Поиски, поиски. Глубина метров, наверное, 4-5. Вот такой вот уловчик. Даже не с ладошку. Вы видите. Сменил спиннинг. Поставил ультралайт. Поставил небольшую блесенку. Ну как небольшую, все относительно. Тут глубина тоже около 5 метров. И чтобы она до дна доставала. Ну такая, сантиметр 3-4. Но пока ниточка. Есть ощущение, что утренний клев, которого и не было, подошел к концу. Жерлицы молчат. Ни одного вскрытия. Водоем полностью вымер. Абсолютно ничего не происходит.
На моей памяти такого не было. Обычно за утро на 3-4 раза сбегаешь. Пускай холостые там. Щука здесь небольшая совсем. Но хоть что-то происходило. Нашел ловчую лунку. Здесь клюет. Окунь невероятных размеров. Но здесь хоть что-то происходит. С учетом, что в других местах вообще тишина. Даже этому окуню немного рад. Вот до чего меня довел этот окунь. Совсем занялся полнейшей ерундой, но это чтоб со скуки не умереть, пока ждешь сработки жерлиц. Балансиры и блесна брать отказывается. Супер маленькая мормышка на леске 008 полчаса опускается на дно. Подсадил два мотылька, но без него поклевок почему-то нет. И вот занимаюсь ерундой. Конечно же, этот окунь мне не нужен. О, на камеру даже попался солидный экземпляр. Пузатенький. Вот такая компания. Сейчас поднакоплю, буду отпускать. Но это, конечно, странная рыбалка. Если бы живец был нужен, то неплохо было бы такого окунька плавить. Но живца у меня хватает. На жерлицах стоит плотвичка, которая, к сожалению, пока никак себя не показывает. Может быть, карась был бы предпочтительным. Но его здесь нет. Щука здесь должна привыкла питаться плотвой. Может быть, окунями. Но окуней я не люблю ставить на жерлице, так как обычно это не самый лучший тоже живец. Реализация. То есть не реализация, а поклевок на окуне очень-очень мало. Да, ну слишком глубоко здесь, конечно. Пойду сейчас буриться помельче, заниматься, может, тоже ерундой. Но так как с балансиром и блесной я проходил уже час, ничего не происходит. А чем-то заниматься надо. Иначе скучно. Вот такой вот улов смешной. Вдалеке загорелся флажок. Я, конечно, в больших сомнениях с учетом сегодняшней активности. Но это первый загар. Идти довольно-таки далеко. Сильно надеюсь, что это щука. Сильно-пресильно. Но топать тут не побегаешь. Воды очень много. Сейчас буду весь мокрый, если побегу. Потихонечку дойду. Ох, ну что-то ничего здесь не происходит. Ничего. О, нет, пошла. Пошла, ребят. Есть там, кажется, рыбка. Да, забирает леску потихонечку. Надеюсь, это не плотвичка. Ну ты чё? Даже не знаю, сколько ждать. Руки чешутся уже схватить. Но что-то ничего не происходит. Жует, не жует.
Интрига затянулась. Ладно. Ладно. Кажется, нет никого. Или есть. Или есть. Не, есть кто-то. Но, блин, сошла, ребят. Крошечная щука. Но мне без разницы, я хоть, так сказать, рыбалку хотел прочувствовать, но сошла. На этом рыбалку завершаю. Вскрытий за весь день больше не было, да и окунь себя никак больше не проявлял.